Всем привет! Сегодня суббота, мы опять гуляем в городе. Встретили мы вчера Наташу, сестру Андрея. Вот она. Так что теперь у нас экскурсия для нее опять. Сегодня у нас холодно. Вот Полина. Полина, ты куда в куртке? Иди сюда. Полина в данной куртке бегает. Ага. Ты куда? Нам не намокла еще в куртке. А? Красавица. Так что вот, идем дальше гулять. А прикольно под этими скутерами. Всем еще раз привет. Сегодня уже следующее включение, воскресенье. Погодка сегодня совсем не шепчет. Дождь льет, небо серое-серое. А мы тут своих гостей возим, показываем местные красоты. Вот приехали в парк Badlands. Маму мы сюда возили. Вот, друзей своих. И вот Андрей с сестрой Наташей и с Дашей. Еще тут фотографируется. Герой, блин, в такую погоду. Дождь идет. На камере не видно, но такой, не переставая. Капает, капает. Мы ехали, открывали окно в машине. Тут залили всю машину немножко. Вот они пошли фотографировать виды. Конечно, если бы было солнечно, было бы намного красивее, когда небо голубое. А так из-за тумана, из-за такого дождя вдаль не видно, просторов не видно. Но кому интересно, у меня есть видео про Badlands. Хорошую погоду, так что можно посмотреть. Я ссылку внизу оставлю. Потому что мы здесь раньше уже были. Мы просто привезли на экскурсию. Потому что сегодня нужно было куда-то съездить. Чтобы воскресенье зря не пропадало, в такую погоду куда особо съездишь? Здесь вот хоть можно на машине проехать из окошка посмотреть. Ну вот есть такие смотровые площадки, где можно фотографироваться, где виды красивые. Хорошую погоду. Такой погоды, конечно, не совсем. Но что есть, то есть. Да, вон койот. Ну, да. Ну еще раз давай. Такой смешной, на камеру попал. Ой, эй! Тихо. Да, мы в ресторане хибачи. Yeah, you like the movie, yeah. All right, big apple. Wow. Ah, my God, like. Мы видео снимаем, так что потом расставим. Ah, yeah, fire. Everybody lean back. Отодвиньтесь чуть-чуть. Челки свои отодвиньте. Watch your eyebrows. Now you got a free wax now. Free wax? Yeah. Free wax. It's only $15 for the wax. Yeah, I believe butterflies. Все нормально. Whoa, not a problem. Baby oil, Johnson & Johnson, oh yeah. 223? А? А как это? 1993? Я не сырею. Home, okay? Today chicken got a birthday. Happy birthday, chicken. One more. Food, baby chicken, food. Oh, that's a boy. Anymore. Oh, boy.
Anybody got a birthday today? Nope. Nope. Coming soon. Wow, who didn't start it first? Getting breakfast. You do one good. Я не знаю, все время получается. Потерял коробку. Ага. Гупам Гангнам Стайл. Hey, sexy lady. All right, Dr. Pepper. Я не знаю, какие. Ями-ями. Первый этаж Рим. Второй. Дальше второй. Третий. Из лука. Ага. Onion volcano. Everybody be careful, volcano gonna blow up. Watch out. Blowing up. Everybody alright? She almost ran away. Fire in the hole, yeah. Woo. Alright, somebody call 911, yeah. Yeah, this is red. There you go. You too. Come on. One more. Who's your daddy? Какой соус вы хотите? Вырез какой? Или для мяса? Это мясо макарон. Это мясо, ты попробуй. Мне больше нравится то, что более яркий такой, раньше, справа стоит. Вилкой попробуй и сама прикинешь. Мы у них как купили вот это. Можно и суши макать. Для суши вот свой вышел. Можешь убрать? Для суши есть соевый соус. Для суши вон там зелененькая. Это вассаби. Называется? Васаби. Мы знаем, вот. Не совсем уже, да. Можно им десятку добавить. Be careful now. Wow, watch out. Woohoo. Oh, one more. Wow. Hey, my God. У меня крови никто не хочет попробовать. Мягкая. Рискнуть. Мягкая, сочная. Дай попробую. А это вот Даша. Мы сейчас уже уходим. Ресторан закрыт, а мы тут это. Вот с такими мужиками сзади. Субо. Даша. Андрей сказал, будет в троне ночевать. Пошли уже. Привет, пока всем уже. Все, всем пока. Пока. Машина. Так, еще не пока. В общем, сейчас мы идем в Таргет, который у нас здесь работает круглосуточно. Там Даша померила джинсы. И вроде бы они ей подошли, но у нас было мало времени, потому что нужно было успеть в ресторан, который закрывал еще 45 минут. Где боли, да? Вот, мы их просто положили. Сейчас идем домеривать. И она себе их, наверное, будет покупать. Ложись, такие вот дела. Парковки уже вот совсем пустые, никого нет. Сейчас 10:30 вечера. И магазины здесь все закрыты, кроме Таргета, который вон там вдалеке. Мы припарковались возле него. Так что сейчас прогуляемся. Полина с ума сходит. Вроде не пила ничего, кроме лимонада.
девчонки жалуются. На что? Кто жалуется? Так много есть нельзя. Так я сама еле ноги передвигаю. Мы еще где там та сумочка вот с собой взяли. Завтра до обеда, до ужин будет. Мама, это же сода был. Что? Strawberry, как это сода. Как сода. Ну да, сода, лимонад был. Ой, ой. Ты не споткнись, задом идешь. Смотри, куда идешь. Я не надо. Ага. Разошлась. Полина сказала, завтра не пойдет в юс-центр, будет дома. Только здесь мы с Андреем работаем. Салон.